Всем большой привет, друзья! Очень рада вас видеть на своем канале. Обязательно подписывайтесь и спасибо вам за лайк. Ну а сегодня с вами идем в магазин «Светофор», магазин низких цен. Приехала в городе Курск, у нас в деревне Первая Маква. Вы просили показать здесь ассортимент посуды. Давайте посмотрим и как раз покажу вам, есть ли здесь, посмотрим вместе крышки. Вот эти стеклянные с силиконовыми вставками, которые очень хорошие и дешевые. В общем, идем смотреть ассортименты новинки. Желаю вам приятного просмотра. Ну и что касается посуды. Здесь очень большой выбор, потому что магазин у нас расположен не очень удобно с точки зрения общественного транспорта. Поэтому выбор здесь всегда очень хороший. Ну, давайте покажу, что у нас здесь есть. Вот такой вот вариант тарелок. Это делает Китай, керамические. 56-53 бульонницы. Но их сейчас нет в продаже, они по 74. Фруктовницы стеклянные. Там тарелок много. Давайте подойдем здесь. Не очень удобно, обойдем с вами. Вот они, тарелка. Глубокая мрамор, которая называется. Десертная тарелка также сейчас в продаже. Мрамор по 71 рублю на 900 мл, 22 сантиметра в диаметре. В черном цвете они еще были, не вижу, есть ли они здесь в черном. Прозрачные тарелки по 35. И рядом, конечно, десертные из серии мрамор. Они стоят что-то совсем, по 60 рублей. Вот здесь вот у нас еще один вариант. Тоже делает Китай, это керамика. Вот они, крышки, за которые вы просили меня уточнить, есть ли они по этому адресу. Они здесь есть. Так, вот здесь вот кувшины. Посмотрела, может быть, думаю, в этих коробах тоже, но нет. Видимо, это остатки. Почему-то их перестали к нам завозить. И вообще совершенно в нескольких всего лишь вам их показываю в магазинах. 170 рублей на 22, 24, 26 сантиметров в диаметре они. Прекрасно понимаю. Многие их покупают сразу несколько, в разных цветах. Действительно достойный. Вот так вот, если даже на миску мы с вами примастим. Ручки тоже есть, но их нужно уточнять на кассе. Сейчас в наличии два цвета. Зеленая силиконовая вставка и красная. Глубокие салатники от Паша Бахче. Из натрий-кальция силикатного стекла. Здесь они по 83 рубля, 21,5 сантиметра в диаметре. Далее фруктовницы по 168. Смотрите, здесь сейчас есть сразу несколько сервизов, точнее столовые наборы. Все упаковки целые, указатель, чтобы ничего не вскрывали. Думаю, что это, конечно, все верно указано, приятно. 1378 стоит вот такой вот набор столовой посуды на 18 предметов. Вот, в принципе, вот так вот все и выглядит. То есть глубокая тарелка, один большой салатник. Вот тут у нас все указано. 6 тарелок десертных, 6 обеденных, 6 глубоких и один большой салатник. Очень красивое дымчатое стекло. Я вам показывала их не раз в открытом виде. Посмотрите, здесь все упаковки целые и подарить такой не стыдно. Ну а рядом у нас белый цвет. Вот, пожалуйста, вам. Кто любит темный, кто любит светлый. И даже третий вариант, но вижу, что остатки такие. Тоже дымчатое стекло в этих коробах. Сейчас обратим внимание с вами на набор столовый на 18 предметов из опалового стекла, 1256 рублей. Он также на 18 предметов. 6 тарелок 19 сантиметров в диаметре, 6 тарелок 23 сантиметра в диаметре и 6 обычных белых кружек. Тоже я вам показывала их в открытом варианте, была возможность. Вижу, что здесь у нас наборы бокалов для вина еще есть. Хотя я вам говорила, что у нас их быстренько расхватали, разобрали. И остались везде только для коньяка. Здесь есть для вина. Обратите внимание, по 255 рублей. 6 штук на тонкой ножке. Такие стандартные, обычные, но я думаю, что это классика. 260 мл в одном бокале и производитель Россия, Гусь Хрустальный. Для коньяка рядышком стоят, тоже они сейчас в наличии. Еще, знаете, почему-то сейчас нигде не встречаю, а здесь есть вот такие вот наборы ножей. Они прям не супер классные, но, знаете, для ежедневного применения очень даже ничего, скажу вам честно. По цвету корпуса они абсолютно разные, по наборе их три. Давайте посмотрим цену. 144 рубля за три штуки. Видите, да, что они разные по длине, размеру,
15 сантиметров, 12 и 8. Материал нержавеющая сталь, полипропилен и антиналипающее покрытие. Делает Китай. По цветовой палитре розовые, голубые, вот такие вот яркие, салатовые. И еще помню, что когда-то были черные, возможно, сейчас нет. Сразу также обратила внимание на набор разделочных досок, они гибкие. Обратила внимание, что они в голубом цвете. Мы с вами всегда встречаем в розовом. 142 рубля за 3 штуки. Размер 35 на 24 сантиметра. Были в открытом виде, я вам показывала. В принципе, они тонкие. Но знаете, за эти деньги я скажу вам, что неплохо. Производитель Россия. Есть вот такая петелька для подвешивания. Тоже так для ежедневного применения, для тех, кто любит их часто менять, я считаю, что отличный вариант. Здесь у нас форма от Marinex по 285 на 3,5 литра. Глубокая, с ручками. Это тоже жаропрочное стекло. Я такой пользуюсь, ставлю в холодную духовку. И когда выключаю газ, то пока она не остынет, не достаю. Как-то так получалось всегда. Тут у нас также форма жаропрочная, тоже уже проверенная девчонками. 425 рублей. Я такую не покупала, для меня она большая. 38 на 23 сантиметра на 3 литра. И есть поменьше, да, вот эти вот, наверное, на литр 950. Все то же самое, производитель Luminar. Стоит дешевле, потому что она меньше, 324 рубля. Блюдо сервировочное по 178 от Luminar, круглое, неглубокое. Вот это тоже форма для запекания, для выпечки хорошо подходит. Marinex, бразильский бренд, 268 на 2 литра. Кстати, я вам говорила, что мне писали постоянно вот плохие отзывы вот об этой форме. А когда я вам об этом начала говорить, мне начали поступать хорошие отзывы. То есть не знаю, брак попадается или нет, но очень много девчонок уже написало, что отлично подходит. Многие делают салат с такой, если нужно, знаете, со слоями, которые потом убирают. Получается ровненько и красиво. Сколько стоит? Сейчас с вами посмотрим. Форма. Не вижу, к сожалению, сколько стоит. Значит, давайте посмотрим с вами дальше. Вот такие мы встречаем с вами часто, они тоже для выпечки. Меня интересует набор противеней. Редко он встречается, но вещь хорошая. Сразу два противня производства Россия, Калитва. Маленький и большой. Такой набор 445 здесь. Поэтому имейте в виду, он с ручками, с антипригарным покрытием. И для духового шкафа указания. Без вредных добавок, только чистый алюминий, экологично и безопасно. Здесь их много, поэтому смело приезжайте. Я думаю, что хватит на всех. Так, ну а мы идем с вами дальше. Что нам давно не встречалось, хочу вам показать. Смотрите, здесь вот эти вот наборы кастрюль. Красивые очень, с сиренью. По 1102 кастрюли. Так, блинницы чугунные. Отличный вариант. Стоят они 466 рублей. 220 на 15 размер. Здесь смотрю, что есть все, которые были в светофоре сковорода. Здесь продаются. 26 сантиметров в диаметре. Вот такая на каждый день. Даже сковорода ВОК за 950, если я не ошибаюсь. Гель для бритья от Gillette. Сейчас в наличии по 148, 200 миллилитров. И еще мыло от Фа. Почему-то я его вижу только здесь, только по этому адресу у нас в светофоре. Очень приятный аромат. Если кто-то переливает в свои вот эти диффузоры, то я рекомендую к покупке. Честно, стоит он 70 рублей за 500 миллилитров. Очень приятный аромат, чистота и свежесть. Ну и здесь, конечно, цена из-за вот этого вот мягкого флакона. Кто переливает, повторюсь, тем просто идеально. А с таким, конечно, использовать не очень удобно будет. Таблетки для посудомоечных машин. Хотела вам добавить этот товар в рубрику лайфхаки. То есть, как можно еще применять данный товар, но не было, к сожалению, в том магазине, где я снимала. Здесь есть, и могу сказать, что их не хвалят. Остается белый налет. Стоят по 206 они, 60 штук в упаковке и 20 грамм в каждой таблетке. Хочется сказать, что их используют по-разному. Кто-то добавляет на ночь
в унитаз, потом известковый налет очень хорошо убирает. А кто-то моет какие-то хозяйственные тряпочки, ну вот разные такие полотенца. В стиральной машине с этой таблеткой отстирываются, пишут, что очень хорошо. Супер средство просто от бренда Санитол, причем в разных флаконах и для разного применения. Очень бюджетные ценники, смотрите, 49, 63 и также 41. Хочется сказать, что я такое покупала себе на кухню. Для газовой плиты подходит идеально. Здесь у нас есть антиналет, ультраблеск с удобным таким распылителем сразу. Следующее у нас антижир. Это тот же, можно сказать, вариант, тот же, я думаю, даже там может быть один состав, я бы так сказала. И тоже хорошо помогает, я и тот беру, когда есть в наличии. И вот еще у нас есть, но он уже без распылителя, вот этот флакон, видите, это идет как чистящий крем. Универсальный, придает блеск, эффективно удаляет загрязнения без царапин. 500 мл. Я смотрела в фикс-прайсе, как-то брала такой санитол. Стоил он 55, сейчас не знаю, может быть подорожал. В общем, здесь дешевле даже фикс-прайса. Ну а на сегодня свой обзор я буду заканчивать. Вам большое спасибо за внимание, за лайк, за подписку на канал. До новых встреч, всем пока!